Делегация из Приморья привезла сладкие подарки детям прифронтового города Донецкой Народной Республики. Приморье помогает наладить тут мирную жизнь. В первую очередь в гуманитарной сфере укрепляются дружеские связи между молодежью. Отметим, что ребята из Тореза уже побывали у нас на летних международных играх «Дети Приморья». Сейчас местная сборная готовится к участию в зимних играх, которые пройдут в феврале 2024 года. А еще вместе со сладостями в Торез привезли 300 писем от приморских ребят, воспитанников детских садов. Это письма сверстникам с поздравлениями с Новым годом. Канун наступающего Нового года специально прилетел из Владивостока, города, который расположен на берегу Тихого океана, в расстоянии 9000 километров, с тем, чтобы передать вам поздравления от Деда Мороза из Приморья, который велел мне передать вам новогодние подарки, посмотреть, как вы здесь занимаетесь, насколько вам здесь уютно, ну и пожелать вам творческих успехов в вашем таком благородном и красивом спорте, как художественная гимнастика. И могу сказать, что мы с каждым годом все больше и больше сближаем детей из Приморья, из Тореза. У нас ребята участвовали в летних играх «Дети Приморья». И в этом году зимняя команда в феврале поедет тоже выступать за честь города Тореза. И я уверен, что следующее лето 25-го года, у нас через год, мы посмотрим кого-то с тем, чтобы обязательно включить художественную гимнастику. И лучшие из вас попадут в Приморский край, на берег Тихого океана, чтобы посмотреть, где находится вот восток, откуда встает солнце, с тем, чтобы показать свое мастерство, посоревноваться, познакомиться с такими же ребятами, как вы, списываться с ними, дружить, с тем, чтобы потом поддерживать эти хорошие, добрые отношения. Хочу пожелать вам счастья, успехов, удачи и поздравить вас с наступающим Новым годом. И предлагаю подойти за подарками. Пожалуйста. Вот вам один вопрос. Так, садись, а еще? Издалека ехали эти подарки.